Привет, сразу откроем страницу рандом, как потерялся во вкладках, и откроем, так, я поделен победителем акций от компании SaleTail. В этой акции принял участие 1811 человек, они разместились, так у нас не открывается список участников, сейчас мы немного изменим адрес, так. 23 страницы, это мы вводим на независимом сайте генерации чисел random.org. Сегодня мы будем проверять наличие двух групп, потому что сначала нужно было вступить в одну группу, потом спонсор решил, что участники должны вступать в другую группу, поэтому не могу... То есть, ну, в одной группе участник может быть, мог вступить, а во вторую нет, просто об этом не знал. Поэтому, чтобы все было по-честному, будут проверять в двух группах. Итак, участник 743. 743. Находим его. Проверяем критерии акции. Друзья должны быть не менее 50. Друзья есть. Смотрим, есть ли запись на стене. Так. Ой. Что я несу? Так, друзья есть. Смотрим фотографии. Их должно быть не менее 3. Да, фотографии присутствуют, и вот теперь мы смотрим запись на стене. Так, вот, группа. Так, что я вообще еще не говорю? Запись есть. Что со мной происходит? Так, вот новая группа спонсора. Сейчас посмотрим. Так, здесь Галина не вступила. И старая группа здесь, кажется, должна... вступить все-таки. Так, еще одна не вступила. Ну ладно, Галина не становится победителем. Мы находим другого участника. 23 страницы. 1, 23. 18 страница. Открываем ее. Так. 1361. 1340. 1361. 1340. 1401. 401. Проверяем какие-то реакции. Друзей достаточно. Смотрим фотографии. Так, раз. Хотя здесь не очень-то видно лицо, но все равно засчитаю. Сейчас мы увидим еще фотографии. Я надеюсь. Так, ну вторая. Видите, еще парочку фотографий есть. И смотрим, есть ли запись на стене. Запись присутствует и, опять же, последний критерий. Так, что делал? Так, сюда Никита не вступил. Сюда. Сюда вступил. Так, Никита выполнил все условия, он становится победителем этой акции, я его поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Призариум. Он объяснит, как получить приз, удачи всем, спасибо.